Чем мне нравится вокзал? Вокзал – это неторопливость. И это тот факт, когда вы с большей вероятностью приедете в заданном направлении. К слову, вокзал Магнитогорска как был, таким и остался. И честно, не в каждом городе такой вокзал. Нет толчии, поезд приезжает раз в день или два. И честно, мне такая совковость к лицу. Я устал от капитализма в виде авиаперевозок. Я устал. Ведь там ценники, ого, гость. Хотя часто билеты на авиа дешевле купейных вагонов. А иногда и дешевле плацкарта. Но там правила другие. Сорвать с вас бабла и летите отсюда. И стакан воды после регистрации как стакан водки. Хотя пожарно-питьевую воду никто не отменял. Здесь же все проще. В Магнитогорске в особенности. Все в легкой доступности. И ожидая отправки, вы не влетаете в деньги, а даже экономите. Чем мне вокзал и нравится? Но вокзал – это стиль жизни. Почему и не везде наши магазины в лохмотьях, а? К слову, на нашем вокзале вы и мясо можете купить. 3, а теперь и 4 точки. Но даже приглядевшись, вы поймете уровень работы. Лучший уровень, как и интересные цены, здесь, на вокзальной 124. Вот же какая прелесть, да? Лучшая часть. Лучшая часть у нас – это практически совок. И это мне нравится. Потому что, если честно, мне нравится то, в чем я родился. Я родился, естественно, в Советском Союзе. То же самое, все красиво. Прямо за моей камерой замечательная бочка с квасом. Да. Сюда перейти, можно даже спокойненько съездить. Но меня интересует другая часть. Меня интересует то, где в этом большом ассортименте, тут много чего интересного, я бы взял себе мясо. Хорошее, качественное мясо. И для этого я вам сейчас объясню. Количество мест очень много разных. Но если вы придете вот сюда, вокзальная 124. Что такое вокзальная 124? Вот эти 4 девятиэтажки. И это вокзальная 124 как раз за моей левой рукой. Вот вам подход человека, всю жизнь дающего вам мясо. Он реально крутой специалист. Потому что, и это не секрет, что я живу на вокзале 16 лет. И мы постоянно показывали лучший фактор. Изначально он накормил левый берег. Затем лучшее место от двух районов. Правобережный и Орджоникидзевский. А теперь, вернувшись, мы даем вам возможность вкусить отличный продукт на вокзале. Все возвращается на круги своя. И с моей точки зрения, я вижу больше удовольствия от отличного мяса, приготовления пельменей и колбас без приправ и отличного копчения, а также правильного шашлыка. И пока человек покупает товар, да, я кое о чем о другом расскажу. То есть здесь также для вас маринуется мясо. Маринуйте мясо, никаких проблем нету. И вы, в принципе, можете понять, сколько стоит мясо в шашлыке. Для этого просто необходимо прийти сюда, на вокзальную 124, и посмотреть, что этот качественный шашлык, и он явно ничем не хуже, чем остальной шашлык, стоит 1 килограмм от 230 до 250 рублей. Посмотрите, сколько это будет. Потом все это будет жариться для вас, и вы понимаете, что кто-то на ком-то имеет некоторое количество финансовых средств. А для того, чтобы этого не было, и вы ели бы качественный и постоянно готовый шашлык, который здесь готовится, необходимо прийти сюда. Но если даже не шашлычки вы можете сделать, вы можете колбаски свиные и колбаски свиные говядина тоже самое пожарить. И это будет ваш почти люля-кебаб, понимаете? То есть это все не стоит дорого, потому что вы обращаетесь туда, где вас любят. Поверьте мне, придите и посмотрите. Это настоящая качественная свинина. И это настоящая качественная, самодельная. Не буду показывать, но поверьте мне, уж не первый год-то мы вместе-то работаем. Сделаны здесь колбаски. Без всякой специи и всего остального. Берите и кушайте. И понимаете, вот это дивное качество. И это грамотный вариант, потому что это работа. Выбрав лучшее по качеству, дать вам возможность и для всех, и для пенсионеров, и для работников предприятий не впыриваться и не охать, а просто покупать. И вы знаете,
Нам говорят, не вкушайте, но простите, мы живем там, где реально холодно, и нам необходимо мяско. В таких условиях живет менее 7% жителей планеты. Дайте нам мясо, в конце концов. А это здесь есть. Вкуснота. Правда, до вкусноты вам придется либо сварить, либо обжарить. Либо во многом, благодаря собственному пельменному цеху, подождать 15 минут. Но это говорю я. А что думают покупатели? То есть, господа мои, вы, пожалуйста, не думайте, что я какой-то другой товарищ. Я такой же пенсионер, как и все вы. Да. Иногда, и в большей части мне это дело чем нравится. То, что я здесь могу взять нормальные суповые наборы. Да. Кстати, вот и ребрышки-то, кстати, не сильно дорого-то и стоят. То есть я могу эти суповые наборы хорошо отварить. Где? В скороварке. После того, как я их хорошо отварю в скороварке, я из них сделаю вот такой суп. При этом суповые наборы, вот рулечку, допустим, берем свиную, 65 рублей. Да, она практически полностью съедает. Суповой набор из ребрышек свиных, 75 рублей. Это что, не прелесть ваша? Это и есть прелесть ваша. Мало того, вы можете здесь взять еще и баранину, верхнюю часть. Правильно, хорошая часть. Вот видите? Я ничего не буду говорить здесь. Люди говорят за меня. Приемлемо очень даже. Тоже много-много-много контор, да? Но выбираете лучше. Как всегда. Сравниваешь, ходишь, смотришь. Поэтому здесь и берем. Извините, вот 270 рублей, это сильно дорого для пенсионера? Нет, это наоборот дешево здесь. А мясо поглядеть какое? Мясо поглядеть, да. Здесь очень много различных контор, да, которые мясом продают. Но тем не менее, вы выбираете что? Да мы первый раз пришли. Но ценники нравятся вас? Нравятся. Скажите, пожалуйста, вот вы за мясо пришли, да? Вот вы когда мясо выбираете, что вам необходимо? Я смотрю на цену сначала. Сначала цена. Здесь конечно. Очень много контор, которые продают мясо. Но да. Возникает процедура, каким образом это мясо делается. Здесь красивое мясо? Хорошее мясо. Ну, я обычно смотрю, чем прежде чем купить, я 2-3 магазина обойду, посмотрю на цены. Где дешевле, там и беру. Вы не первый раз пришли сюда, да? Я вот второй раз сюда пришел. В прошлый раз брали здесь? Да, здесь брал я. Да. Вот понравилось? Сейчас. Да, понравилось. Да. Хорошее качественное мясо по изумительной цене. Есть ли такое в городе? Есть. Именно такое в городе мясо. Я вам показываю. Потому что всем объясняю, ребят, вы работаете со мной, даже если вы открылись в каком-то другом месте, без разницы, нас интересует следующее. Зачем человек куда-то будет ходить, когда он может просто спуститься вниз, как вот здесь люди, которые могут, находясь на вокзальной 124, просто спуститься вниз. Кроме всего прочего, это все-таки один из лучших центров города, вокзал. Ну, красиво. Вышел с вокзала и немножко направо повернул, если с вокзала выходишь. Или если смотришь на вокзал, рядышком товарищ у нас Столивар. То есть налево можно повернуть. Вот сюда зайти, вкусить то самое лучшее качество. Потому что, извините, давайте делать по моим замечательным китайским принципам. Лучше продавать много и не задорого. И тогда все будет вообще красиво. Вы это можете сделать. Но не все же это делают так, как это работает контора, которая располагается за моей спиной. Потому что она реально работает именно со мной. Потому что мы объясняем, как это нужно для вас, господа мои. И это абсолютно недорого. То есть думайте и работайте, как делает замечательный мясной центр по вокзальной 124.